Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Amazon Fire HD 10. И сейчас я покажу вам, как войти в режим Recovery на данном устройстве. Итак, для начала мы отключаем наше устройство, нажимаем Power Off. И теперь мы зажимаем кнопочку питания и увеличение или уменьшение громкости. В общем, вторая, вот это, да. Зажимаем и держим. После появления логотипа можем отпустить кнопочки и попадаем в режим Recovery. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.